Привет, подписчики, с вами сварщик с Кубани. Приобрел себе спецовку новую, смотрите какая. 4000 рублей. Какая-то северная. Классная спецовка. Будем в ней работать, варить. Теплая вещь. Так, сегодня мы с вами продолжаем варить закладные. Вернее, не варить, а сегодня их будем анкерить. Закладные, которые бетонируются в землю, мы вчера варили. Сегодня мы будем анкерить к дому закладные. То есть эти закладные, вот они. Они анкерятся к дому. Вот так. Здесь анкеры, здесь. А сюда будет привариваться балка. Несущая балка. Которая будет на столбе и на доме. Вот на этой вот пластине приварена. Пластины, я забыл сказать, 4 мм толщина. Вот. Дальше, что я сделал? Я уровнем, у меня есть вот такой вот уровень. Уже ему 100 лет в обед. Но он еще по-прежнему работает. Очень классно. Вот. Сейчас я покажу вот такой вот уровень. Сейчас я покажу, как я отбил верха. Ну, чтобы ровно вот эти пластины мои, да, закладные сверху, которые... чтобы ровно сверху дома их прикрепить. Как при помощи вот такого уровня можно отбить верха? То есть внизу отбить верха. Очень легко и просто. Сейчас я вам это покажу. Еще, кстати, чем работать буду? Есть у меня вот такой перфоратор или ТЭК. Перфоратор или ТЭК. Он у меня уже давно. Он у меня уже давно, этот перфоратор. По шабашкам гоняю. Работает, пока еще не подводил. Этим перфоратором я буду сверлить отверстие десяткой. Анкера у меня вот такие длиной. Кирпич этого достаточно будет. Ну, сантиметров 5, короче, где-то. Вот. Дырки надо будет сейчас в этих пластинах. В этих пластинах надо будет отверстия проварить. Я их проваривать буду сварочным аппаратом Neon. Я работаю. Проварю отверстие вот здесь. Зачищу и пойдем анкерить. А сейчас я покажу, как отбивать вот таким вот лазерным уровнем верха. Смотрите, я вам сейчас расскажу. То есть я поставил его просто на стульчик, этот лазер, да, вот, и внизу дома, вот здесь, допустим, у меня крыша, смотрите, вот здесь у меня крыша дома, да, вот здесь мне где-то надо вот закладную заанкерить, здесь, потом вот здесь, да, и пошло вот понад крышей все эти закладные. Но я же не буду уровень держать прямо над самым верхом, чтобы отбить мне уровень вот этих вот закладных. Что я делаю? Я внизу отбиваю уровень. Внизу ставлю отметки. Поставил отметки. Все, дальше что? Выключаю я свой уровень. Вот, и смотрите. И ищу мне самую подходящую точку сверху, которая мне нужна, да, которая самая неудобная, самая, чтобы я в нее там поместился и попал. То есть нужный мне размер. И от вот этой вот, смотрите, от вот этой вот черточки, которую я отметил уровень, замеряю вот это вот расстояние, где мне нужно поставить закладную. Замеряю вот это расстояние, например, 1 метр, да? И от каждой потом черточки я отмеряю 1 метр. И здесь будет у меня следующая закладная. И от каждой черточки я также отмеряю 1 метр и ставлю следующую закладную. То есть вы поняли, отбил низа, но от этих низов
я рассчитаю, что мне можно также и верха отмерить. Вы поняли, да, как? Все. Беру те же электроды, которые у меня тут еще вот остались. Вот. Начнем сейчас делать отверстие. Ампер поставлю 130. Вот 33 ампера. Вот. Давайте сейчас сделаем эти отверстия. И сделаем вот так. Сделали такие вот отверстия. Сейчас возьму анкера, померяю. Вот такие анкера я использую. Померили по отверстиям. Заходит все нормально. Следующий. Сразу, короче, их лучше заточить, конечно. Ну, чтобы потом там наверху не мучиться, чтобы наверху не мучиться, их лучше сразу шлифануть, пока она удобно приварена. То есть берем болгарочку, и так надо сделать их 5 штук. У меня будет 5 перекладин. Ну давайте еще раз одну берем. Так, прихвачиваем ее. Прихватку дали, все, просто делаем. А еще, кстати, если вот ржавая, да, не можете поджечь на ржавчине. Там, где отпиливали, здесь-то ржавчины нет. Вот здесь поджигайте электрод и переводите туда, где вам нужно варить. Блин, какой-то электрод попался. Обмазка отсыпается. Все. Замеряем. Входит, не входит? Нет, видите, не входит. Надо еще. Пробуем. Все, залазит. Следующий.
Так, смотрим. Еще немного. Так. Много ампер ставить не надо, когда дырки шмалить. Это много, когда много, тоже плохо. Вот 130 нормально для тройки. Да что такое? Так, ну все, заходит. Шлифанули теперь сверху, чтобы потом было варить хорошо, и все. Ну а теперь эти пластины закрепим на стенке. Отмечаем отверстие. Где? Берем классный перфоратор Элитек. Некоторые подумают, реклама. И бурим. Сверлим, бурим. Классная вещь, вот десяточка запросто просверливается без особых каких-то усилий. Ну а теперь ставим нашу пластину, суем анкера, затягиваем, и все. Ну а теперь жду зарплату, заказываю металл. Металл будет, столбики будут 50 на 50, 2 миллиметра. Вот, а все остальное 40 на 20, тоже 2 миллиметра. Все, пока. Ставим лайки и подписываемся на канал, чтобы не пропустить дальше, как делать навес. Тебя все звали с ними, а